Ну как это? Первая причина, по которой тебе не хочется катать, это банально влом. Да, мне очень влом, на самом-то деле. И плюс это нелегко. Это очень нелегко. Папка прав. Захрюкал. А можешь еще похрюкать? А папка так умеет? Кто тебя научил хрюкать-то? Папа. Папа. Или бабушка. Может, бабушка научила хрюкать-то? Потому что бабушка это мама папы. А еще. Еще. Как можно больше. Папка тоже доволен, я смотрю. Сын делает успехи. Первые успехи. Хрюкает-то как по-взрослому. Да. Я думаю, в школе будет у нее все в порядке с этим. Никакая таблица умножения не нужна человеку уже. Какой ядовитый, давай ты меня покатай. Что ты для этого сделаешь нам хорошего? Для этого я... В обмен на что? В обмен я не буду таскать пирог. Все это моя мнение. Может, немного помогу. Чем ты нам поможешь? Раскатай песок. Ну, все, давай. Не понял вообще ни слова. Что ты сказал? Покатай меня. Это я понял. А в обмен на что? Я не буду раскатать песок. Может, только буду маме помогать. А сколько раз тебя прокатают надо? Один раз и все. Надо прокатать и... Ну, сколько раз? Вокруг этого дома. Второй раз. И к речке, да, довести? Да. И к речке, Адриан? Нет, второй раз забраться до этой двери, то, что там наверху, и меня, и... Больно много ты хочешь, я тебе хочу сказать. И чтобы я и спустился с этой вершины. Все, теперь что я хочу. Так там целая куча дел-то вообще-то набежала-то, нет? Давай, покатай меня. Да уж. Ой. Все, давай. Толик, а что я тебя сейчас попросила? О чем я тебя сейчас попросила? Деловой какой, а? Давай, говори. Да, давай, иди, я тебе сказала. Будешь плохо учиться, это будет твоя единственная машина в жизни. Без мотора. И будешь вот всех просить покатать тебя, друзей. А друзья уже будут на Citroёn C4 давно ездить. А я А ты вот будешь этой тележке, если не будешь таблицу умножения учить. Будешь сидеть и говорить, покатайте меня. Тебе будет лет 40 уже. Давай, покатай меня. Ты будешь к жизни так обращаться. Жизнь, покатай меня, давай. А нет, к родителям, скорее всего, будет обращаться уже стареньким. Вот так вот взять, камеру отломить. Еще так сделай разок. Как они называются, вот эти? Все, я включил, держи. Так вот. По поводу курания. Это Зоя поет бу-бу-бу. Все, приехали. Камера сама сошла.